Честно говоря, я думала, что поэзия и фотографии – это не для меня. И вдруг в Инстаграме подруги нашла фотографию заката и слова Висбора, которыми просто до чесотки захотелось поделиться, в том числе и с теми, кто не знает русского языка. А функция заката такова – печаля нас возвысить наши души, спокойствие природы не нарушив, переиначить мысли и слова.